Кстати, да, привезли, купили диван. Диван трехсекционный. Не знаю, я показал, не показал. Ну вот. Вот так вот. Вот такой. Здесь выдвигается для всех это требухи. Все очень отлично. Даже покрывало уже есть, нашли. Все как мы любим. Все просто как мы любим. Погода сегодня хмурая. Не особо клеится работа. Да и настроение такое что-то прям. Сегодня у нас 10, по-моему, 10 сентября, как я понимаю. А, все, нашел. Там маленько должен быть. Да, тут какой-то чмошненький есть. Открыть. Там вчера в складе. Блять, надо бы он сейчас, чтобы пыль не было. Валек? А? Пылесос принесешь что-то? А? Пылесос. А где он? Там где-то. В этом говорит. В сарае сейчас сверлить здесь все.
Все-таки вот так нужно. Да? Чуть больше можно. Ну как ты отметил, так и сделай. Вот так. Да. Ты думаешь, так нормально? Нормально. Вывесили, какую вывеску? Где два человека живут. Процесс пошел, металлоискатели. Вот куда, собственно, приезжали. Ну, сейчас чуть попозже включусь. Ребята, всем привет. Спину что-то подхватило. Сейчас покажу несколько упражнений.
Нос закладывает. Вдоль дороги положил, ром, блядь, нашел как раз. Ковыривал его, блядь. И кому-то это, Колым, да? Пошел, сука, аккумулятор взял, завести не мог мотор. Пошел домой, чай попил. Поеду сейчас. Зарядил слуховер, блядь. Приезжаю, блядь. Нету, сука. Какой-то гандон на УАЗике, блядь. А, ну УАЗике, ну. Он... На хуй там ездит, он пизда, блядь. Ну что, рассказывай давай. Попался, блядь, а? Это колесо, блядь. Сука, лопата, смотри. Ну что, давай, делись. Это такую колотушу. Да. Не хороший металл был. Угу, это кольцо какое-то, смотри, да? Да. Трубу что-то зажимную. Ты, наверное, не ешь и не спишь? Давай посмотрим. Ничего себе! Это хуйня. Ну-ка, посвети-ка. Больно. Держи, блядь. Шиллера, блядь. Эти. Вон все он, блядь. На тракторы эти, блядь. Да? Пиздец, да. Вот такой вот хороший жирный металл. О. Его сколько вдоль леса, блядь. Чугунки, воронки, вот звездочки. Короче говоря, процесс пошел. Вот еще. Это зеленый УАЗик, да, он по улице проезжал. Приготовили для него, да? И лом забрал, что ли? А? И лом забрал. Лом увез, сука. Там как раз килограмм на 50 она, сука. Это колесо только. Я его еле вытащил, блядь. Выкатил, блядь. Ну ты прям так разбросал, конечно, надо было в этот. Да я и не думал, блядь. Я думал, дома сейчас пройдет, я попью. Не торопись, нихуя. Вот дороги прям. Вдоль дороги там, на обочине. А он туда вверх поднялся и вот недавно спустился. Ну как недавно? Бажен спала, по-моему. Что такое, блядь? Нахер вот. Да, неплохо, неплохо. Ну на лопату теперь точно заработал. На хорошую, да? И вот лом есть. Угу. Ну чё, классный? Сейчас. Пробивает. А чермет, заебись пробивает. А золотишки? Золотишки не попадаются, блядь. Да нет, наверное, не закидывали. Серебро, блядь. Нашло и серебро, наверное, по-любому. Старай, забью вот это, блядь. Ну, конечно. За неделю. Подивись, нахуй, сдам. Все правильно. А ты какой-нибудь гандон. Пришел отсюда утащить, пидорас. Я там орал, сука, думаю, пидорас ты ебучий. Ну это зеленый вот этот УАЗик. Да а что ты гонишь ты? Забрать можешь это. Это кто узнает вот? Пупок знает. Она канашская. Не Горбанасенька, отец, бля. Не знаю, он, наверное, заебался подымать, да? Короче, нашел колодец с трубой, блядь. Ну? Большая труба, блядь. Я хуй знаю, как его вытащить. Трактор трактором. А толщина? Толщина там... Ну, это, наверное, что-то это закапывали. В Ивановке? Ну это, наверное, как типа поилка там была? Поливка была, да. Или поливка.
Завтра подъедет ли? Без. Его автогеном или срезать, или выдернуть его сможем, нет вообще? Ну, копать и что-то там делать, да. Там если... труба охуенная. Такая... Прям... Ты прям вокруг прошел? Да. Копнул? Она там еще и крышка у нее железная, блядь. О-о-о. Там, короче, блядь, тут вот. Ну вот. Лексус. Да. Лексус. BMW. Один хоть Запорож хватил бы, блядь. Нахуй, Лексус. Ну, до отсюда еще Идрис не дошел, наверное. А? До отсюда, говорю, еще Идрис не дошел, наверное. Поэтому нормально, я думаю. Вот его надо, я хуй знаю, как. Трактором как? Пупок там ждет тоже рассказы халлапы. Я говорю, поехали. Ну, давай, давай. Там копать надо. Там ёбу. Там один его хуй вытащишь. И если автогеном нырять и резать внутри его, такую на глубину, пока воды нет внутри, блядь. Этим бензо... Бррррр. Бррррр. Как он называется? Или бензо, или генератор. Автогена. Автоген. Пиздатый труба. Так как ты там не колесо, вот это, блядь, попал в эти баки. Все утащили. Дом, это канашки, канашки, это по-любому. Да нет, это найдешь, заберешь. Вот надо до пупка спросить, это УАЗик. Зеленая кабина. У него, сука, колеса все время прокалывались, блядь. И к нему. Сразу прям. На горячую. Да. Пока он не это, в Шанталу не уехал. А то ни хрена себе, еду, да еще на... Анекдот, наверное. Не лежит, блядь. А там мотоцикл стоял недалеко, блядь. Ну-ка, бесу, давай, давай бесу позвоним. Звони. Это есть Колынь, блядь. Не-не-не, это, я сейчас. Чей зеленый УАЗик, блядь. Таблетки. Андрей Михайлович случай знает. Наверное. Номер недоступен. Да что ты? Так. Здорово, Юрок. Юрок, слушай, а чей зеленый УАЗик это? Как ее называется? Таблетка, каблучок? Гуртовой, что ли? Да, да, да. Саша Родионов, наверное, а что? Нет, Сашка Родионов. Нет, да здесь вон Васильев. Бельгич, представляешь, такое колесо, блядь, на 50 кг выкопал. Пошел домой, блядь, чай, говорит, попил, блядь, ну, за мотоциклом, блядь, приходит, блядь, следы УАЗика и нету нихуя. Нет, зеленый, блядь. Зеленый это. Колеса